Всем привет! Сегодня я иду в первый класс. Да, сегодня 1 сентября, и мы сейчас едем в школу в Таечкину на линейку. Ася у нас переходит в 8-й. Тая! Сегодня в нашу большую дружную семью вливаются новое пополнение малышей, которые уже с сегодняшнего дня будут называться первоклассники. Дорогие наши ребята, дорогие наши ученики первых классов, пусть она будет веселой и счастливой. И я желаю, чтобы в школе вас любили наши учителя. А теперь первый Б. И что, третий есть? А, отлично. Тогда посмотрим на меня внимательно и повторяем. Готовы? Тогда 3, 4, поехали! Banana.
лучшими учениками. Будете? Да! Ой, не слышу, будете? Да! Пойду в школу и пойду в первый класс. Возьмете? Да! Только давайте договоримся. За этот год вы многому научитесь, и когда я приду в первый класс, вы будете мне рассказывать. Девчата так люблю, запытаю я у журавля. Не на свете лето, а земля уже у нас на Украине. Просто калина придумали, кто-то зрел с небом синим. Все у нас на Украине. Соловей коуса дочь на Україні, просто калина при долині, вода зелена з небом синім, пише у нас на Україні. Це така ще є земля, щоб дівчата мали в роду. Посвященная празднику первого звонка, объявляется закрытой. Право первым войти в школу предоставляется учащимся первых и одиннадцатых классов. Дорогие одиннадцатиклассники, проведите первоклассников на их первый в жизни урок. Просто нравится лепить. Добрый. Свидание.
встали. Таечка, вставай. Вставай, солнце, вставай. Скажи мне, скажи нам всем голосно, как тебя звать и твою прізвище, фамилию. Меня зовут Тая, фамилия моя Волошина. Хорошо. А чем ты занимаешься? А, Таечка, мама говорила, что ты ходишь на гуртки. На які? Я ходжу на гімнастику і на танці. Молодець. Сідай, будемо знати. Вставай. Як тебе звати? Даня. Даня. А прізвище? Інцидія. Данечка, скажи, чим ти займаєшся? Скільки тобі рочків? 6,5. Ого. Альона. Альоночка. Хорошо. Прізвище? Фамілія? Мельникова. Мельникова Альона. Чим ти любиш займатися? Ну, розкажи нам, щоб ми знали. Я хожу на танці. О, як добре. А скільки тобі рочків? Скільки лет? 6,5. Хорошо. Знали. І щоб були найкращим, найрозумнішим. Добре? Так. Я думаю, ви мені допоможете в цьому, і ваші батьки також. А зараз ви бачите ззаду на стола ось такі кульочки. Мы пришли в пиццерию отметить Таечки на 1 сентября. У меня в садик тут летает на руке пипишка. Сейчас Асю ждем. Ася еще у нее сегодня один урок, она должна сейчас приехать со школы. У меня сегодня был по истории Украины урок. Мама, хорошо? Надо резать. Я на порезанную уже. Сейчас еще вторую пиццу принесу. Да? Мам, я ложу. А тебе порезать на кусочки? Нет. Нет, ты так будешь ручками? Да. Хорошо. И сад тоже будет кушать. Угу. Да? Да. А мой сад тоже там висит. Давай. И закрываю. Вот мы еще. Бери пиццу. Возьми сам, потому что ты не пощадишь мне.